трубку позвоните. Алло, ребята, привет. Да, конечно, на месте. Только маршрут. Только маршрут. Около 8 часов утра сегодня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса на автодороге Тверь-Ржев. По прибытию на место было установлено, что в ДТП участие приняли два автобуса. Один по маршруту двигался Тверь-Старица, второй по маршруту Ржев-Тверь. В обоих автобусах находились пассажиры. По предварительным данным, 13 человек погибло, и 3 человека получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы. В данный момент следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Большинство погибших находились в микроавтобусе Ford Transit. По информации, пристегнуты либо не пристегнуты ремнями безопасности, в настоящее время уточняется, проводятся следственные действия. В обоих автобусах тахографы присутствуют, однако вы видели слишком серьезные повреждения, поэтому при проведении следственных действий будет останавливаться, были нарушения режима трудоотдыха, либо не было.